Друзья, всем привет! У меня сегодня тест моей байдарки трехметровой. Скорее всего, я ее назову Катран, потому что она без названия. Это, можно сказать, заказывал ее на заказ. Вот. Сейчас я тестирую ее по спокойной воде. Ну, ветерок есть, немножко подгоняет в спину ветерок. Немножко ее чуть-чуть болтает. Для этого нужно снизу, у днища, вот где я сижу, с задней стороны, надо какой-то плавник придумать, вот, чтобы она более устойчива была, чтобы сильно заднюю корму не заносила. Вот. У меня еще будут доработки именно этой байдарки. Еще модернизировать ее буду. Вот, модернизировал покамись я чем? Ну, этими рым-кольцами. Я их приклеил по всему периметру. То есть они шли в комплекте. Плюс будет сидушка со спинкой. Пока что я себе рюкзак подложил, потому что там, ну, подстелил туда внутрь подушки, матрас один, чтобы мягче было, потому что без спинки на байдарке ездить вообще просто не вариант. Вот, пока что ее просто колбасит из стороны в сторону. Ну, так-то нормально, устойчивая, хорошая. Я тут еще и коврик вырезал, придумал под нее. В общем, будут еще доработки именно вот этой байдарки. Взял ее чисто для, ну, таких вот прогулок, не быстрых. Я первый раз испытываю эту лодку и первый раз вообще сижу за рулем этой байдарки. Вот, весла взял, весло вернее, трехсекционное. Взял по скидке. Короче, очень сильно ее хвалят, это весло. Я не помню, как она называется, но для водного туризма. Тут на письменном английском написано, но она очень легкая, она весит всего лишь не больше килограмма, 900 там 30 что ли, 900 что-то 80 примерно, уже забыл, уже месяца три назад заказывал. Вот, и сегодня у меня будет рыбалка. Ну, я попробую на рыбалку, взял с собой вот удочки, спиннинг один, не знаю, попробую сейчас где-нибудь половить. Может, карась попадется. Сейчас, может, местечко найду какое-нибудь. Но мы сегодня приехали с друзьями, вернее, с коллегами с работы. Мы там лагерь разбили, там шашлыков нажарили, креветок нажарили, всего подряд нажарили. Вот. И я решил вот так, чисто вот, пока погода хорошая, я решил испытать байдарку. Ну, пока нормально, неплохо, в ней очень удобно. Ноги протянуть могу полностью, у меня еще там запас есть. Вот. Там стульчик у меня, он меня подпирает, такой раскладной стульчик подпирает сам рюкзак. И вот вроде как по кайфу нормально. Сейчас попробую порыбачить, я не знаю где, но может быть где-нибудь сейчас пришвартуюсь. Пока всплесков рыб не вижу. Муравьи ползают. Не знаю, вот здесь есть протоки какие-то. Влево, вправо. Вот. Пока что придумал. Вот сейчас снимаю, да. Придумал пока крепление для своей видеокамеры. Будет еще сзади крепление. Там будет уже на штативе. Ну, а так вот ветром ее, конечно, колбасит из стороны в сторону. Ветерок не сильный. 3 метра в секунду где-то здесь. Вот. Ну, ветром не сильно. Но она очень легкая. Она весит всего лишь, сейчас скажу, где-то без всего, ну, 4, где-то 4 килограмма 300. Вот. Очень прочная. Она из ПВХ, хорошего ПВХ сделана. Сейчас скажу, 900... Не помню, 950, нет, 700, по-моему, 750
ПВХ-шка полностью, и дно, и сами баллоны. Ну, буду тестировать потихоньку. Не знаю, будет рыба, не будет. Ну, вроде как у нас в этом году воды много. Тут все залило. Может, карась будет. В основном в этом году по весне у нас все ловят карася. Сейчас попробую вот сюда, вот в эту заводь, в заводь встать, потому что там поспокойнее, ветра более-менее нету. О, только что был всплеск рыбы. Прямо здесь, слева от меня, был всплеск рыбки какой-то. Не знаю, как тут что будет. Ну, попробую сейчас привязаться. Не помешало бы, конечно, якорь. Не знаю, как привязываться тут. Как-то буду. Сейчас веревка есть. Надо ее достать. Короче, вот в камышах. Попробую. Не знаю, будет что, нет. Но надо как-то прямо. Надо вот так байдарку, короче, как-то прямо сделать. Чтобы... было вот так. Тут надо как-то жопой на скорости заходить, чтобы в камыши зайти. И помочь чуть-чуть. Вот так вот стал. Даже привязываться не надо. Просто парканулся задним ходом. Вот и встал. Сейчас попробую. Не знаю, что получится. На поплавок. На поплавок хочу половить. На червя. Так, моя очень старая удочка, уже переломанная, два раза ремонтировалась. Ну, она сколько длиной, тут 4 метра всего. Вот у меня тут кончик ремонтировал сегодня, даже немножко этот отломался, пришлось клеить. Привязался прям к камышам. Все равно лодку немножко относит вперед. Так, что тут у нас? Снасти, коробок с собой взял. Черваки. Черви. Сейчас на червя попробую. Так, ну, не знаю, сейчас делаю первый заброс. Опа. О, клюет, нифига себе, с первого заброса. Вон, тащит поплавок. Только что вот поклевки какие-то мелкие были. Я вот когда проезжал здесь, как раз вот, говорю, всплеск был рыбы. О, во. О! О! Это гальян. Это мелкий гальян. А, нет, я подумал, гальян, это окушок. Очень маленький окунь. Так, все понял, значит, здесь есть окунь. Ну, такой мне не нужен. Такого мы будем отпускать. Кстати, вот очень удобно. Весло положил и на весло положил удочку. Так, дубль 2. Сейчас подальше закину.
здесь. Угу. Эх, сошел. Мелочевка была. Эх, что-то было, но не взяло. Прямо возле лодки. Ладно, короче, на поплывок было несколько поклевок. Одного небольшого окунька поймал. Сейчас попробую на спиннинг. Попробую на вертушку тут порыбачить. Не знаю, что это из этого выйдет. Удочку я собираю. Тут заколебали эти мотокросс. Эти. На мотокроссах, на мотоциклах гоняю тут по пескам. Так, ну теперь попробую на вертушку поспиннинговать. Это Maps Black Fury. Вот такой вот расцветки. У нас это, ну, как бы ходовая. И щука берет, и окунь на такую берет. Не знаю, короче, здесь сейчас покидаю, вот где в тупиковом участке я засел, припарковался. Потом, если что, в другое место поедем. Ага, блин, сразу траву зацепил. Блин, тут эти, типа кувшинок. Не знаю, как они называются. Кстати, вот когда даже тащишь траву, лодку сразу начинает мотылять, байдарку. Вот, траву зацепил. И, блин, у меня на кончике, ну, короче, этот, заматывается сам шнур, что не есть хорошо. Не дает подмотать сам шнур. Ну, в общем, вот трава всякая цепляется тут. Если кидать, только упала, надо сразу тащить, чтобы траву не зацепить. Не давать ей этот утонуть. Нет, трава. Опять трава. Ну, надо пробовать все равно. Подальше закидывать. Я просто пока не знаю, как это будет, если, допустим, я поймаю, допустим, окуня или там, представляете, 2-килограммовую там щуку или там полторашку. Байдарка себя будет вести вот так вот, туда-сюда. Ее будет шатать по-любому. Из стороны в сторону я, конечно, не взял ни подсак, ничего не взял. Так, просто на прогулке, скажем, пытаюсь что-то выманить. Что-то поймать. Попробуем. Сейчас уже вечер. Солнце. Ну, еще солнце нормально. Высоко у нас белые ночи. Но вечер. Вечер должен давать о себе знать. Хоть какую-то рыбу можно поймать в это время. Ну, пробовать, не знаю, пока на вертушку. О! По-моему, или это трава была? Ну, что-то похоже было на поклевку. Нет, траву бы я сразу определил. Была бы трава или нет. Нет, травы не было. Это была поклевка 100%. Мелкая какая-то. Поклевка. Ага. Нет. Не взяло.
Нет, это трава была. Вот это точно трава. Лодка сама, байдарочка. Ну, так-то удобная, но она узкая. Она узковата, конечно. Но на ней можно в такие места пролезть. Можно ее перетащить. Она очень легкая. По мелководью можно хоть где пройти. Там, перетащить чуть-чуть. Там, ногой оттолкнуться. Там, немножко там, веслом подправить. Там, еще чем-нибудь. То есть на моторе в такие места не пройдешь. А так вполне комфортная. По мне так сидишь удобно, ноги протягиваешь. Это самое главное. И спина не болит, не устает. Да, у меня, конечно, катушку надо поменять. Я смазал подшипники. Все равно они что-то журчат. Этой катушке уже лет 7, наверное. Это Дайва. Соник. Дайвовская катушка. Ну, хорошая катушка. Я нашел на... Где там? На Валбрисе или на Озоне? Не помню. Где-то, короче, нашел. Есть такие еще в продаже. Они продаются даже у нас в магазинах. Вот, я точно такую же хочу себе еще одну приобрести. То есть, то, что проверенная катушка, хорошая. Вот. И вот новый спиннинг взял. Максимус, да. Максимус Аксиом. И тест у него, короче, от 7 до 35 грамм. И длина у него 2,70. Я люблю такие длинные. Потому что таким спиннингом можно закидывать вообще прям далеко. Вообще прям вот такую вертушку, ну, допустим, сидя, я сейчас кинул на 10-20, ну, примерно на 25 метров. То есть легкая, легкая вертушечка. И это в полсилы я кидаю еще. Нет, тут рыбы нету. Не хочет. Ну, что-то было, одна поклевка была какая-то и всего. Вот. Так что еще один заброс. О, сейчас еще дальше кину. Попробую в другое место переехать. Ну так, мелочь какая-то плескается, бывает, что тут проходят. Ну, это мелочевка. Ну, все равно приятно, знаешь, что здесь есть рыба. Ну, так-то, в принципе. Водоем такой спокойный, без течения. Здесь течения нету. Вот. Ну и трава цепляется. Ладно, сейчас попробую в другое место переехать. Вот. И сразу надо снимать приманку и ложить на место. Потому что, чтобы где-то что-то не зацепиться. Потому что лодка узкая очень. Вот. Приходится обратно все уложить, чтобы ее не проколоть. К этой байдарке надо еще привыкнуть немножко. Вот. И получается, ну, от свесел вот этот каплеулавливатель, он, ну, мало помогает. Немножко, ну, на себя я эти капельки все-таки попадают в лодку. Надо как-то приловчиться, чтобы все было по фэншую, ну, чтобы не быть мокрым. Мне кажется, без этого никак. В любом случае будешь немножко мокрый. Вот. Еще я пока что еще к ней привыкаю. Все зависит от ветра, от течения. Это я сейчас пока что по стоячей воде иду. Вот, а так, если где-то течение будет, там, допустим, сильно, ну, это прям, ну, нужно это практиковаться. Все
все равно ее мотыляет, конечно, из стороны в сторону. Он ветром сразу ее поворачивает прям. Надо сильнее. Сильнее прям. И сразу летят брызги. То есть к ней надо еще привыкнуть. То есть сильные такие резкие рывки, толчки лучше как бы не делать. Надо вот все равно потихоньку. В штиль, если в штиль, то да. В штиль, наверное, нам будет намного проще. А так надо к ней привыкать. Ну, вот ее все равно колбасит. То ли у меня навыка нету, чтобы рулить байдаркой. Ну да, так и получается. У меня просто навыка нету. Это первый мой выезд, первая моя прогулка по спокойной воде. В принципе, так и делается для новичков, которые только-только осваивают вот эту технику байдарочную. Ловить ветер, ловить течение, там всю эту поворотную систему. Вот, и я пока что тренируюсь, так что сильно не судите, но я пока что привыкаю к ней. Ну, нравится, нравится. Она удобная, маленькая, небольшая. Можно в любые ручейки пройти. Любые там, я не знаю, там мелководье какое-то. Вот мне понесло сразу и разворачивать ветром. Вот. Ну ладно. Это пока тренировочки такие. Ладно, попробуем вот туда, там затише. Более-менее. Сейчас попробую здесь. Не знаю, как тут будет. Так, ну вот тут такое затишье, тупиковый участок. Попробую здесь покидать. Так, ну вот я уже возвращаюсь домой, немножко покидал, вернее, к мужикам там. Чем хороша эта лодка, вот прям вот по таким вот мелким проходом можно это пройти на этой лодке по мелководью. На моторе тут 100% не пройдешь. Так вот потихоньку вот такими вот мелкими шажками, грибками я вот здесь вот до этого пробирался. То есть вот так вот раз, два через эти болотистые кочки я могу пройти. Все, практически прошел. Все. Вот. Вот это вообще, вот это большой плюс. Все, можно сказать, я уже на финишной прямой. Тут народ приезжает, тут дача недалеко.
И вот там вот песок, где уже народа нету, все домой поуезжали. Вот. Один я тут такой гребец. Одинёшенка. Ну вот, друзья, вот такой видос получился. На рыбалку мы, вернее, на рыбалку я особо не планировал. Так, на всякий случай взял удочки. Ну, поймал там окуня большого. Ну, не ради этого все это было, а ради того, чтобы протестировать байдарку. Понять, как она себя ведет, как грести, что в ней не хватает. Многого еще чего я не знаю, но я еще не привык, если честно. Надо будет еще несколько вылазок сделать, чтобы основательно привыкнуть, как грести. Вот, и поставить под низ, приклеить плавник. Вот, я думаю, его совсем не хватает. Ну все, друзья, всем пока, всем счастливо. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. Всем пока.